Сегодня была у меня первая экскурсия на производстве консервированной продукции Goldman Group. Было очень интересно, много чего, скажем так, порадовало, понравилось. Что удивило, насколько я был в других производствах, вот везде был такой запах неприятный вот на производстве. А здесь прям чувствуется, что все сделано на уровне, что все сделано качественно. Чувствуется перфекционист Роман Гольдман в своей красе. Вот, продукция, тоже попробовали продукцию. Продукция радует своим вкусом, качеством, разнообразием. Есть что рассказать другим про свои впечатления.